и дождик уже пошел. Мы уже на Бонд-стрит находимся. Так, тут что-то все перекопано. Переделано. Сейчас, кстати, я покажу магазин, который сгорел. Я не знаю, его там, наверное, уже отделали за неделю. Как-то отреставрировали или прикрыли. Но когда я приехала, он был такой сгоревший, такой страшный. И у меня... Я сняла это, тоже покажу. Ага, вот его уже отреставрировали. Ну, как, прикрыли вот такими досками. А так вон все тут сгорело. Все погоревшее. Ужасно, конечно, все это выглядит. И такая картина красивая. Вот такой вот Color of London. Все сгорело тут. А рядом Lloyds Bank. В Lloyds Bank'е... Lloyds Bank — это мой банк. А, Lloyds Bank тоже сгорел. Lloyds Bank тоже, оказывается, сгорел. Как все запущено. Да. Ну вот дождь пошел. Побежала я быстрее в Primark и уже потом домой все. Так выглядит Selfridges. И вот так вообще выглядит Oxford Street в коронавирус. Практически никого. Воскресенье, 4 часа вечера. Улицы пустые. Бизнесы, я чувствую, полетят. Вообще пустота, тишина. Обычно здесь не протолкнуться. Чтобы пройти мне всю Оксфорд-стрит, мне... Я и то быстро иду, я всегда вот по краешку вот так по дороге иду. По краю дороги, чтобы туристов всех обходить, потому что я же быстро хожу. Мне надо обойти всех туристов, поэтому я хожу по краю дороги. А так, сейчас можно и по центру идти, и никто не мешается, потому что пустота в Лондоне. Все сидят дома. Нет, скорее всего, они не сидят дома, скорее всего, они по продуктовым магазинам все стоят в очередях и закупаются, потому что абсолютно все с полок исчезает. Все продукты, не только туалетная бумага, но вообще и картошка, и даже лук. Люди запасаются впрок, потому что не знают, что будет. Сегодня, кстати, мне от Сейнсбури пришло сообщение, типа, товарищи, не волнуйтесь, у нас достаточно много еды, мы просто не успеваем выкладывать все на полки. Полки пустеют не из-за того, что... У нас еды нету. Вот Маркс и Спенсер большой тоже такой, я в него часто ходила. Не знаю, пойду сегодня или нет, если время еще будет. Полки пустые, потому что... Не потому что у нас нету продукции, а потому что вы это все быстро раскупаете, и мы не успеваем выкладывать новую продукцию. Вот такой вот пустой нынче Оксфорд-стрит в воскресенье вечером. За час до закрытия всех магазинов все пусто. И дождь. И вот Примарк. Мы заходим в эпоху коронавируса. В воскресенье вечером народу практически нет. Все пусто. Вот в Примарке интересные такие туфли. Но, как всегда, у них на очень высоком каблуке. Такие прозрачные, с блестками. Очень высокий каблук и стоит 14 фунтов. Тут очень много таких на высоких каблуках. Я не знаю, куда в таких ходить. Даже в офисе просто так не походишь. И все абсолютно такие огромные. Ботинки ничего такие. Только жалко, коричневые. Я такие не ношу. Я только черные. Черный с белой подошвой я бы взяла, может быть. Ну, ладно, я себе уже ботинки купила. Так, теперь, что мне надо? Тапочки еще можно посмотреть. Кеды я люблю. Летом хожу вот в таких вот кедах. Вот в таких тапочках хожу. В таких кедах. Ну, серые, полосатые, как бы не мое. Я или белый, или темно-синий беру.
но эти дорогие. Хотя нет, 4 фунта. Но я не люблю такие, как это сказать, там, матерчатые с вышивкой, потому что туда забивается пыль, и всегда они выглядят грязно. А вообще практичнее вот с такими носочками покупать. Они резиновые, потому что у меня, допустим, от ногтя на большом пальце вот здесь потирается, если она матерчатая. И все, можно выкидывать. А вот на резиновых таких уже все. Не протрется ничего. Так что есть смысл купить такие вот ботинки, точнее, кеды. Вот интересные. Что-то типа карты. Ладно, поехали дальше. Сумки. Ну, это из такого сегмента. Какая сумочка? Прикиньте, с такой пойти. Кладчик. Это, наверное, для детей. Хотя, не знаю, может быть, и взрослые ходят с такими. Ну и посмотрим, что тут из бижутерии. Браслеты, часы. Всякие брелки, кулончики, колье, где ж сережки-то? Ну, целый набор вот такие сережек за фунт 50, куча колец. Мне надо какие-нибудь длинненькие, серебряные, типа вот таких. Но это слишком вычурные. Такие прикольные. Разноцветные. Вот эти хорошие, но за 3 фунта я не готова такие брать. Подожду, когда они подешевеют. Вот. Что тут еще есть? Такие разные кольца за 2 фунта и выше. Вот с жемчугом что-то. Но это золотое. Жаль. Интересно, серебряное такое будет? 4 фунта. За фунт какая-то скидка. Ну что тут? Непонятно. Вот, прикольно. Вот такие за 3 фунта бэйби. Вот за фунт только такие. Стоили 3, теперь 1 фунт. Да что ты. Кстати, в примарке на Оксфорд-стрит есть такой отдел под названием Лондон. И тут можно купить такие вот толстовки с Лондоном. Или с таким ставрским мостом, где написано LDN, то есть Лондон тоже. Что они стоят? 12 фунтов. Очень хороший как бы подарок, как сувенир. Сувенирный такой отдел. Кошельки за 5 фунтов. Лондон. И вот такие вот брелки. По 2 фунта. Лондон. Телефонные будки. Ну, я видела, у нас такие даже по 100 рублей продаются. Почтовые ящики. А это, по-моему... А, это пакетики такие. Футболки. Вот за футболками я как раз и пришла. Есть вот такая, написано Лондон с 3 будками. Есть вот эмочка с таким вот Лондоном. Вот такую я возьму, наверное. Сколько она стоит? 2,50. Точно берем. И есть вот такая красная. Лондон, Ингланд. Есть вот такая United Kingdom. Есть Лондон. Написано. На темно-синем фоне вот такую я возьму. Ингланд. С этой не очень практично брать, потому что вот такой лейбл. Если постираешь в машинке или где, все это сотрется. Еще вот такой Лондон. Черная футболочка.
подумаю, взять такую или нет. Черная, в принципе, можно, но смотря что еще есть. Есть еще серый City of Westminster. Что тут написано? Так, это МК. Вот так себе. Есть вот такая. Не, это я не буду даже раскрывать. Есть вот такой Лондон, но тоже. Хотя не знаю, сейчас посмотрим, какого качества рисунок с Биг Беном. Биг Бен сейчас закрыт в лесах, поэтому увидеть его хотя бы на майке тоже приятно. Лондон. Биг Бен. Но нет, такую я не буду брать. Что тут еще? Такая серенькая, но тоже непрактичная. L&D тоже с таким лейблом, который сотрется. И это сотрется. И это неплохая. City of Westminster, London. In London. Boroughs. Мне нужно еще одну. Вот там была с тремя будками, но моего размера нет. Очень большие размеры. Сейчас посмотрим, что еще тут есть. Вон там серенькая. О, точно, вот ту я и возьму. Ну вот, прикупила я себе вот таких футболок. 4 штуки. Очень хорошие такие, Лондон написано. И все, в примарке мне больше ничего не надо. Бижутерию я не нашла, поэтому ну как бы все, на этом шопинг заканчивается. Едем домой. Так вот все это украшено. Портабелла Роуд. Вот такой вот примарк. ДВВ. И народу, вот смотрите, народу вообще нету в примарке в воскресенье вечером. О май гад, обычно тут просто не пропихнуться толпы. А сейчас так спокойно и легко дышать. Сотрудники в масках или кто это? Вот так, пейхия, это капса. Джинсы всякие. И мы идем на выход, сядем в автобус и поедем домой.